Международная правозащитная организация Amnesty International обратилась с призывом к властям Франции не экстрадировать арестованного накануне Мухтара Аблязова в Казахстан. Между тем, официальный запрос во Францию на выдачу экс-главы БТА банка направила Украина. Однако всем известно, что между этой страной и Казахстаном установлены дружеские взаимоотношения. Есть опасность, что Украина, получив в свои руки оппозиционного политика Аблязова, непременно передаст его диктатору Назарбаеву. Учитывая эти нюансы, Amnesty International выступила со следующим заявлением. Франция должна гарантировать Аблязову тщательный и объективный процесс экстрадиции. Он не должен быть выслан в страну, которая может вернуть его в Казахстан, где его могут ждать пытки и несправедливый суд. Напомним, бывший министр энергетики, индустрии и торговли Казахстана, владелец БТА банка Мухтар Аблязов, был арестован во второй половине дня 31 июля на собственной вилле в деревне Муан-Сарту, что неподалеку от Кан. В четверг в городке Экс-Ан-Прованс над Аблязовым состоялся суд, решением которого стало оставление диссидента под стражей до его возможной экстрадиции. Французские власти дали Украине ровно 40 дней для предоставления необходимых документов для выдачи оппозиционера. Андрей Заокский, специально для телеканала 16.12.